Друзья, всем большой привет! С вами на связи Гузель Уманова. И в этом видео по традиции я расскажу о своем и не только заказе по уже, дай бог памяти, шестому каталогу 2024 года. Действительно, время летит вот крайне быстро, и в нумерацию уже начинаешь реально путаться. Но я думаю, что по дате публикации этого видео будет совершенно понятно. Ну и заодно пользуюсь случаем, мир, труд, май, товарищи. Для кого это актуально. С чего начнем? С новинок, старинок, с распродажи, с акций. Вот с чего? Я знаю, что вы любите рубрику «Подарки», но в данном случае, да, вот прям не то, чтобы нечего показать, но они немножечко на расчетном счету подарки. Значит, давайте начну, наверное, с новинок, да, это то, что открывает каталог. Это обновление Nordic Waters в парфюмерной линейке, хотя уже кажется, ну вот куда дальше? Куда дальше обновлять эти парфюмерные линейки? Уже столько всего, что очередные фланкеры кажутся просто каким-то парфюмерным реальным безумием со стороны Oriflame. Но я думаю, что в Oriflame тоже, знаете, не дураки работают. И если выпускают все новые и новые фланкеры, значит, то, что выпущено было изначально, оно уже полюбилось, оно уже зашло. И я думаю, что очень даже хорошо зашло и даже не успела выйти, как появляется что-то новое. Итак, Nordic Waters Infinite Blue. На своем телеграм-канале, он такой маленький, скромненький, не то чтобы я его афиширую, значит, там рассказывала свои первые впечатления об этой парфюмерной воде. Значит, этот аромат, что о нем важно знать, да? Ну, во-первых, это парный аромат, я их заказала несколько, и у меня их заказали, да, по несколько экземпляров. Вот такой вот мужской и вот такой вот, соответственно, женский. Ну, тут и по коробочкам, по объему, да, можно понимать даже приблизительно, где мужской и где женский. Чем они хороши? Ну, во-первых, это парфюмерные воды, а не туалетные. Во-вторых, это, конечно же, состав, но прежде чем, да, говорим о составе, о букете, немножечко еще шкурненького такого вопросика. При заказе, значит, женской парфюмерной воды новый идет тушь в подарок водостойка, и при заказе мужской парфюмерной воды идет вот такое вот средство для, значит, мытья мужчины, дорогого мужчины. Не то чтобы это способ экономить на наших любимых мужчинах, но что тратится там, где можно, как говорится, не тратиться. Значит, если мы говорим о женском аромате. В пробнике прошлой распаковки, да, он мне показался таким больше фруктовым, да, нежели свежим. И для меня отчетливо прям звучала груша. Что примечательно, что во флаконе груши для меня не чувствуется совсем. Подчеркиваю, что для меня, потому что для каждого человека будет звучать совершенно индивидуально. Для кого-то после ковида, может быть, и вовсе не будет звучать. Это сейчас вот как бы даже не шутка, это на самом деле так, потому что я знаю, что ко многим после болезни не вернулось на 100% вот это чувство, когда ты можешь понять или распознать, что за аромат. Либо ароматы уже какие-то, да, немножечко искаженные или спектр уменьшен. В общем, у всех по-разному, да, поэтому все, что я в принципе, говорю в своих видео, давайте, ну, не то, что делить на два, давайте понимать, что это мое восприятие, и это не значит, что у вас будет, ну, там, точно такое же, да, то, что вкусно для меня, возможно, будет не очень вкусным для вас, либо наоборот. Но, как бы там ни было, да, я все-таки здесь, чтобы поделиться своими ощущениями. Мой канал, в конце концов. Итак, что могу сказать об этой водичке? Когда я читала состав, я, честно говоря, была удивлена, потому что здесь и фрукты, и морской аккорд, и такой древесный, и откуда-то не возьмись черника, да, хотя, когда я его стала наносить, во-первых, безумно красивый сам по себе флакон, вы посмотрите, какого-то темно-изумрудного цвета, ну, и по звучанию этот аромат действительно вот такой вот какой-то глубоководный, какой-то вот такой, знаете, мне он напоминает по ощущениям вот эти холодные камни с дна какого-то водоема. Но вот не такого, где там тину, значит, собирают, а вот такого, где смотришь вниз, да, и на много-много, вода настолько чистая, что на много-много метров, значит, вниз видно дно и видно вот эти камни. Я не знаю, как это описать, и
Честно говоря, наверное, мне не очень хватает словарного запаса, чтобы это вот как-то в слова поместить. Но это очень здорово получилось создателям аромата, потому что они смогли не просто в слова поместить, да, не просто как-то описать, а не просто как-то зазвучать. Они смогли это поместить вот в целый аромат. И, честно говоря, это потрясающе, потому что вот эти после морского аккорда нотки кедра, которые вот закрывают, да, завершают это звучание, они прям как будто ставят вот такую вот точку в определенности этого аромата. В общем, мне понравился, он необычный, и, как я уже говорила, он не зря, видимо, выпущен в конце весны, именно на лето, потому что это действительно такая свежесть. И еще мне нравится в этом аромате, что здесь может быть из-за там цветка лотоса, может быть, из-за самого морского аккорда. Но он чуть-чуть, он не слащавый, и он не такой вот, знаете, тетинский. Помню, да, про этот термин? Никакие тети, да, не были обижены, пусть не будут обижены. Те, кто считает себя тетями, пожалуйста, не обижайтесь. Это, ну, такое доброе слово, которое, ну, по значению достаточно емкое, согласитесь. Так вот, что касаемо Nordic Waters Infinite Blue, у меня такое ощущение, что он даже больше унисекс, нежели тетинский. Правда. Хотя мужской, например, да, он более пряный. То есть там и розмарин, там и амбра, там и пачули, там и кедр. Мне кажется, тут собрали прям самый такой смак без Макаревича. И поместили в этот аромат. Хотя, да, как правило, женский, он более такой эмоциональный, нежели мужской. Ну, мужчина это что? Это разум, это, как правило, сдержанность, да, это вот что-то такое рациональное. Женщина это все-таки больше, давайте по-честному, эмоции, гормоны, ну вот, да, и прочее, прочее. Нужно подчеркнуть. А здесь получилось как-то наоборот. Забавно, но вот женский, знаете, мне понравился тем, что все-таки как будто бы вот, может быть, из-за кедра, но есть такое ощущение, как будто бы это чуть-чуть еще вот, чуть-чуть, вот прям совсем чуточку, где-то аромат унисекс. Поэтому для тех, кому нравятся такие ароматы, кто вот ищет вот эту свежесть, очень советую, потому что сложно его даже сравнить, честно говоря, с каким-то ароматом из тех, которые были в Oriflame. Он мне изначально, кстати, отдаленно напомнил по свежести именно Midsummer женский, старожилы помнят, но очень отдаленно. Наверное, тем, что он такой вот заполняющий свежестью пространства рядом с тобой, со мной. Ну, в общем, с тем, кто использует этот аромат. Поэтому в нем, на мой взгляд, прекрасно абсолютно все. От флакона до звучания и подарков, конечно же, подарков, которые идут при заказе этих ароматов. Поэтому пользуйтесь случаем, друзья мои. Хотя акция, она продолжается и в следующем каталоге. Но, тем не менее, помним, да, что очень часто бывает такое, что пока мы что-то ждем, что-то уже исчезает со склада. Поэтому, ну, как говорится, здесь и сейчас. Ну и потом, знаете, косметика это все-таки как и ароматы, как и образы. Это что-то такое, все-таки давайте по-честному, эмоциональное, да. И очень часто бывает такое, когда вот я подожду там в следующем каталоге, через какой-то каталог, где-то ты остываешь, где-то уже начинает нравиться что-то другое. То есть, наверное, вот эта способность как-то ставить на паузу чувства и ощущения, которые есть здесь сейчас, вот в данном дне, в данном моменте, это очень классная способность. Мне она нравится, потому что можно как-то смаковать каждую какую-то такую минуту или каждый прожитый час. И, кстати, вот как раз-таки в этом смаке ты и находишь прелесть в каких-то очень простых вещах. Что-то я сейчас, да, в философию ушла. Давайте вернемся, значит, к заказам. Что еще в моем заказе? Кстати, говоря об ароматах, да, почему еще с удовольствием Nordic Waters прям без зазрения совести стал заказывать, потому что у меня закончился вот такой вот чиллаут, знаете, наверняка, да, вот он у многих был прекрасный аромат и очень быстро закончился, потому что я его даже распыляла в комнате для того, чтобы, не то что как освежитель, для того, чтобы наполнить вот этим вот тоненьким, сладковатым немножечко
лавандово-каким-то вкусным ароматом. А еще, конечно же, с удовольствием прикончила All or Nothing Amplified. Это новинка, я не помню какого каталога, но наверняка, я думаю, что вы помните этот аромат. Это достаточно яркий был запуск. Наверное, самый яркий запуск, мне кажется, в прямом переносном смысле этого слова. Поэтому вот я отчет о проделанной работе. Я с удовольствием его просто съела. Поэтому с чистой совестью могу заказывать еще парфюмы. Я так, знаете, немножечко по-детски не то что оправдываюсь, просто парфюм — это что-то такое для меня, например, чего не может быть много. Да? Кто-то вот говорит, я пока вот этот не закончу, не буду заказывать вон тот. А я вот сегодня проснулась, я не хочу вон тот, я не хочу вот этот, я хочу вот это, да, с перламутровыми пуговицами. Либо, как помните, персонаж Вицина из «Операции И», который доставал, значит, горшок ночной с самого-самого. Вот такой вот я с детства загадочный зверек. Кстати, Ван Гу, что вы спросите, что у меня на губах, я хочу сразу же ответить на этот вопрос. Это архаизм, только не смейтесь. Этот архаизм я нашла у себя в полке, когда, значит, очередной раз что-то там перебирала. И он просто идеально подходит под цвет моего пола. Значит, это какой-то лохматый блеск для губ времен, в общем, да, вы поняли. Значит, он называется Absolute Coral. Ну, вот тут прям видно, что Absolute, ну, мне нравится вот эта глянцевость, и мне нравится, что он не растекается. Точно такой же заказать сейчас нельзя, но я думаю, что аналог вы можете найти, например, в эликсире Giordani, ну, либо, да, что-нибудь придумать самой. Вообще, фантазия, она, знаете, творит чудеса. Я сейчас вот без иронии, но действительно, люди с фантазией, для них нет преград. Я не волшебник, я пока только учусь, но вот заранее отвечаю на, возможно, еще не заданный вопрос. Что еще в моем заказе? Давайте же поговорим о чем. У меня просто здесь столько всего, что, наверное, как-то сложно выбрать, знаете, что важнее. Потому что важно, по сути, все. Давайте немножечко о новинках. Из серии Love Nature обновилась детская серия и появился вот такой вот органический кокос, очень вкусный. Я к кокосу отношусь очень с уважением, я его очень-очень люблю и в еде, и в жизни. Поэтому, да, вот такой вот наборчик в моем заказе, конечно же, есть и не один. Здесь средства для мытья ребенка и, значит, мыло для мытья того же самого, а может быть, второго и третьего, может быть, брата или сестры этого или другого ребенка. Чем мне нравится Love Nature? Ну, это, конечно же, тем, что это все безопасно. И совершенно, да, не то что, знаете как, не страшно мыть ни себя, ни своих, ни чужих детей такими средствами, потому что, ну, ты на 100% уверен, что это вкусно, это здорово, это безопасно, а это еще и весело, потому что в распродаже сейчас в аутлете действует распродажа, как вы догадались. И, значит, там можно взять вот такие мочалочки. Есть мочалочка в этой серии новая, но она пока еще не доехала до склада. Но пока она едет, нам, знаете, есть чем себя развлечь. Например, вот такими детскими мочалочками. Значит, смотрите, в аутлете вот такая есть с черничкой. Я, кстати, думала, что она меньше, а в жизни она оказалась вот почти размером, да, с моё лицо. И вот такие вот печеньки, вот такие печеничные человечки. Кстати, я тоже думала, что они значительно меньше, а они прям, знаете, ну, такие не маленькие. Тут вот, знаете, вот и папина рука, и дедушкина рука поместится, чтобы помыть малыша. Ну, если малыш совсем маленький, сюда, может быть, и даже целый малыш поместится. Поэтому пока действует аутлет, по наличию это точно не ко мне, но пока действует аутлет, а чё бы и нет. Вот у меня таких детских всяких штук очень-очень много в заказе, это очень здорово, потому что дети что? Дети – это счастье. У некоторых мамочек сейчас задергался глаз. Но если глобально это счастье, чё вы со своими дергающимися глазами? Так, что еще в моем заказе? Конечно же, был День Земли. Хотел сказать у нас, но как у кого у нас? Ну, у всех жителей Земли был День Земли. И, значит, по этому поводу Oriflame, конечно же, придумывает какие-то дополнительные акции, какие-то фишки. Мне понравилось, что в День Земли в этом году, да, компания сделала дополнительные скидки на
все зеленое. Это так здорово, это очень символично, и такая подборка прям классная получилась. Значит, что здесь? Здесь вот такой гель для душа серии Love Nature с огурчиком и Simple Joys с алоэ. А вообще гель для душа, честно говоря, много не бывает, потому что Simple Joys у нас вот, например, пошел на ура, а еще моя мама, которая в ванной долго стояла Камчатка, и она как-то на нее не обращала внимания. Но как только этот гель для душа сняли с производства, она говорит: боже, какой прекрасный аромат, а что это за гель для душа? Я говорю: здрасте, приехали, уже можно про него забыть, а ты, значит, тут это самое. И вот теперь, да, напоследок я скажу, сказала Камчатка. Действительно вкусный такой ягодный аромат. Если увидите в распродажах, смело заказывайте, потому что он вкусный. Так, еще из Дня Земли у меня два кусочка мыла из Love Nature с огурчиком. И еще крем для рук с авокадо. У меня, кстати, был такой же с макадамией. Мне вообще нравятся сладковатые такие ароматы, как вы поняли, да, и по кокосу, и по макадамии. Классный крем для рук. Мне он чем нравится, что нет никакой жирности, липкости, он достаточно быстро впитывается и наверняк делает свое дело. А еще из Дня Земли и Love Nature у меня вот такое вот жидкое мыло. Ну, жидкое мыло у нас дома используется наравне с твердым мылом, с кусковым, поэтому быстро расходуется, в принципе, и то, и другое. Особенно сейчас, знаете, вот летом, мне кажется, зимой как-то это всё равно поменьше. А вот летом кажется постоянно что-то вот такое, не знаю, где-то что-то потрогал, хочется помыть, прополоскать руки. Это был такой мем, ходил в интернете, не знаю, очень смешной, где человек, когда готовит что-то, да, и он каждые 5 минут споласкивает руки, да, там, ну, там курицу взял, сполоснул руку, там, окунул в сухари, сполоснул руку. Вот я точно так же, я чуть что, так сразу мне надо ополоснуть, поэтому всегда куча использованных вот этих бумажных полотенец, целая гора, но вот для меня как-то важно лишний раз руки ополоснуть. А то и с мылом. И, кстати, чем хорошо это мыло, тем, что его я еще использую и на кухне, да, на кухонной раковине. Оно тоже, знаете, вписывается в интерьер. Что еще в моем заказе? В моем заказе, конечно же, если мы говорим о серии Love Nature, это вот такой вот King Size. Для тех, для кого размер имеет значение, лосьон для тела малина и мята. Здесь, значит, объем 500 мл. И вот такой вот лосьон для тела 750 мл. Здесь какао и кокос. Значит, объем настолько большой, что его по праву можно просто передавать потомкам по наследству. Правда, я очень долго пыталась, сейчас покажу свои результаты, значит, с этим лосьоном. Чем они хороши? Ну, конечно же, тем, что здесь очень долгое увлажнение, органические экстракты, ингредиенты. И тем, что они имеют потрясающий аромат. То есть это такое что-то вкусное, десертное, ну, от чего ты точно уж не поправишься. Я несколько лет назад, год два, что ли, заказала вот этот вот лосьон. И думаю, ну, сейчас это самое. Потом я вам как-то еще через годик пожаловалась, что, значит, этот лосьон долго заканчивается. Прошел еще годик, и я его наконец-то заканчиваю. Поэтому не просто так говорю, что его можно прям потомкам передавать по наследству. Действительно, просто очень надолго хватает, особенно если вы, помимо, да, там, лосьона, пользуетесь еще чем-то. Вот у меня закончился еще вот такой вот кремушек для тела, молоко и мед, кто помнит, он был с амброй, очень вкусный, такой тоже сладковатый, я его вот прям под ноль. До сих пор прям вкусно пахнет баночка, поэтому для тех, кто пока еще не пользуется кремом для тела, попробуйте, потому что когда ты пользуешься регулярно кремом либо лосьоном для тела, кожа тела, она становится такая более упругая, более напитанная, естественно, мягкая на ощупь, она такая нежная, и вот к ней хочется прикасаться все больше и больше и больше, без всяких там сейчас, значит, мыслишек грязных, просто приятно. Это вот тот случай, когда ты получаешь удовольствие от состояния своей кожи, от красоты своей кожи, это тот случай, когда ты можешь... И когда ты, я считаю, даже не то, что можешь, а ты просто должен полюбоваться на себя, вот так вот глядя в зеркало. Потому что, ребят, если мы нравимся себе,
то и мир вокруг начинает играть какими-то новыми красками. Если же так не происходит, да, то, соответственно, идет проекция на все остальное. А еще, вот сейчас смотрю, и у меня тут, значит, это вот, говоря про кусковое мыло, у нас оно, конечно, идет в лед. И наше кусковое мыло, я считаю, что фору даст очень большому количеству производителей, потому что это действительно качество, это аромат, который сохраняется до самой последней капельки этого мыла, и это мыло, которое не превращается в какую-то дрызгу в самой мыльнице. Поэтому используйте наше мыло, если вы пока еще по каким-то причинам не пробовали. Что еще в моем заказе? Ну, говоря о мыльно-рыльном, значит, у меня еще одно вот такое зелененькое средство из серии Нор для мытья мужчины. Можно своего, можно не своего. Ну, там сами выбирайте, какого мужчину мыть, значит, этими средствами. И зубные пасты. Заказала, значит, два вида. У меня закончилась вот такая с травами. Я о ней, кстати, подробно рассказывала в предыдущих распаковках. Не ленитесь, смотрите, потому что найдете для себя много интересного. Я, да, этот, самоуверенным. Значит, я заказала две пасты с травяным комплексом и заказала пасту вот такую для чувствительных зубов. Что я обнаружила, когда поставила два тюбика? Я обнаружила, что у них разный объем. Неожиданно, да? Значит, та, которая с маслами трав. Здесь 100 мл объем, та, которая для чувствительных зубов, здесь 75. Я не знаю, к чему вам эта информация, но, может быть, она вам понадобится. Мне нравится качество наших зубных паст, потому что после них нет такого ощущения, что хочется эти зубы, да, иди перечисть. Вот нет такого ощущения. И вот этот налет, он не собирается прям вот как-то моментально. То есть есть ощущение свежести, которая сохраняется достаточно надолго. Мне кажется, когда это дает тебе зубная паста и твоя зубная щетка, это успех. Это успех, дамы и господа. Что еще в моем заказе? В моем заказе, конечно же, уход еще за телом из серии FitUp. Вот такие вот две питательные масочки. И знаете, недавно ко мне обратилась знакомая, она говорит, я брала у другого производителя. А за другого производителя, знаете, я не ручаюсь. Она говорит, я заказала крем для ног. И говорит, мое было разочарование, что он вот как бы как заявленный и освежающий. Ну, то есть он освежил и все. А мне-то хочется, чтобы еще там подпитал, увлажнил. Я говорю, слушайте, ну это точно, точно к нам. И точно не про освежающий крем для ног, а точно вот про такие, например, масочки. Либо масочку, да, вот как бы я посоветовала круглую в баночке, да, с маслом ши. Потому что это хороший питательный эффект, который сохраняется надолго, а не вот так освежил, и, знаешь, через 5 минут можно еще раз освежать. Освежать и освежать. Тут такое дело. Здесь невозможно, да, вот освежиться разок и на пару недель вперед по определению. Что еще в моем заказе? В моем заказе, говоря об уходе за волосами, значит, из серии Duology, что сухой шампунь. Это возможность без шампуня освежить волосы. Значит, это удобно для тех, кто в дороге, в отпуске, не знаю, на картошку поехал, да, еще, а вообще сейчас ездят на картошку, не знаю, куда-то поехал, и вот, значит, чтобы быстренько освежить волосы, приятная вещь. Не только, кстати, для девочек, но и для мальчиков. И это если раньше считалось, что я что, голубой, что ли, тут вашими этими штучками пользоваться. Причем здесь это. Ухоженный мужчина, знаете ли, он всегда в цене. Что 30 лет назад, что сейчас, что еще через 30 лет. Поэтому, господа, вливаемся, значит, вот в этот вот тотальный уход. А еще из серии Duology, кстати, CC-крем и термозащитный спрей. Вот это CC-крем, вот этот термозащитный спрей. Но они очень, значит, похожи. Но термозащитный спрей, он более такой жиденький, да? А CC-крем, он прям вот как крем. Поэтому вам его хватит очень надолго. Это прекрасная защита волос от солнца. Если вы делаете укладку постоянно, да, для того, чтобы они не превращались, ну, тупо в солому. А CC-крем я вам советую в принципе.
Вот даже если вы не пользуетесь термоукладкой, допустим, вам не нужен термоспрей, обязательно воспользуйтесь CC-кремом, потому что это хорошее увлажнение, это хорошее питание, это предотвращение секущихся кончиков, и это такой вот блеск, и он потрясающе пахнет. Вообще серия Duology — это такие ароматы, я уже не первую распаковку говорю о том, что Oriflame, давайте уже ароматы с ароматами из Duology, было бы очень вкусно. А еще у меня закончилось масло для волос Элео, помните, да, вот было раньше в таких упаковочках, я взяла запас, защитное масло, да, тоже из серии Элео, и я вам тоже очень его советую в уходе за волосами. Даже если вы не окрашиваете волосы, например, как я, или там максимально щадяще относитесь к волосам, масло уж точно не повредить, особенно сейчас не повредить. Там, где активное солнце, да, там, где у нас сейчас будут какие-то водоемы, где-то нам что-то забыло, вот, значит, надо за волосами обязательно ухаживать. Просто масло Элео — это то, что очень быстро, качественный наверняк, как говорится, приведет ваши волосы в абсолютный порядок. При этом это не смывайка. Важный момент, да, что его смывать не нужно. Не нужно наносить на кожу головы. Мы наносим на непосредственно волосы, да, распределяем аккуратненько, и смывать не нужно. Ну как, можно смыть, да, но и эффект будет больше, если вы нанесете и не будете смывать. При этом также это потрясающий аромат. Вообще масло Элео — это находка. Я вам хочу сказать, что я как человек, который давно пользуется маслами, моя мама всю жизнь с роскошными длинными волосами, у меня-то они не всю жизнь длинные и роскошные, а вот у мамы всю жизнь. И вот она человек, который знает толк в маслах, и она говорит, что это лучшее, что вообще можно было придумать. Вообще человек, который прошел путь от там, значит, закручивания на ночь, то есть когда меня еще не было в помине, мама рассказывала, как можно было добиваться вот этих косметических красивых всяких штучек на волосах. И она говорила, берешь, значит, бумажку, марлечку, вот так вот закручиваешь, и кончики волос, значит, вот так вот на ночь, чтобы потом вот эти кончики, они вот так вот игриво, значит, такими вот кудряшечками были. Вообще, когда мама мне рассказывает какие-то истории из советского прошлого, мне хочется, не хочется даже, я спрашиваю, говорю, мама, как вы вообще выжили? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну как вы выжили? Это же все было так, мне кажется, вот да, по сравнению с тем, что есть сейчас, на каждый момент жизни женщины есть какой-то улучшатель, улучшайзер. Я говорю, я слушаю твои рассказы, и такое впечатление, что тогда еще люди огонь, да, добывали палочкой. И мама говорит о том, что да, нормально вышло, это сама ошибка выжившего. Вот, поэтому что еще в моем заказе? Давайте дальше. Значит, в моем заказе еще пробнички из серии Avon на такую ночную масочку. Это новинка следующего каталога. Чем мне нравятся пробники? Тем, что можно сразу понять, нравится тебе или нет, и нужен тебе полноразмерные продукты или нет. На мой взгляд, это очень практично, очень удобно. Говоря об уходе за лицом, в моем заказе также из серии Love Nation несколько вот таких вот тоников из серии «Чайное дерево» с лаймом, да. Это очень хорошая серия для тех, у кого есть воспаление, для тех, у кого жирная комбинированная кожа, для тех, кто хочет прокачать очищение, да, как говорится, углубить его. Тоники очень вам советую. После тоника вообще такое ощущение, что кожа, она такая, здравствуйте, вдохнула жизнь. У меня таких тоников очень-очень много в заказе, я вам очень их советую. Да, соответственно, вашему типу кожи и тем потребностям, которые ваша кожа, значит, сейчас испытывает. Еще из серии «Чайное дерево» у меня два вот таких масла чайного дерева. Это средство обязательно должно быть в каждой, я считаю, косметичке, в каждой аптечке, на каждой даче, в каждом автомобиле. Это хороший такой природный антисептик, прозрачный, не вонючий, не оставляет следов, который помогает очень быстро, если где-то воспаление, где-то что-то укусило, и вот снять зуд. Аккуратненько одну капельку нанесли, и, в общем-то, кожу быстро успокаивается. Для детей, но на самом деле не только для детей, но и для взрослых. Я, например,
аллергик, и я понимаю, что у меня, ну, аллергики — это такие уникальные люди, у которых вот чуть что, у меня вот прям сразу тык-тык-тык-тык начинает сыпать на коже. И я это очень хорошо вижу, ощущаю, и это начинает там чесаться, например. Поэтому для того, чтобы быстро... Это не лечение аллергии, давайте так, все, что я вам рассказываю. Это все не лекарство, не какое-то лечение, и я не Кашпировский. Но это очень хорошие средства натурального происхождения, которые помогают бороться с теми или иными не очень приятными проявлениями наших с вами особенностей организма. Да, поэтому тут что поделать? Только полюбить свой организм и как-то с ним, как говорится, подружиться. А еще из серии «Чайное дерево» у меня вот такие вот карандашики. Там мы можем аккуратненько замазать, значит, прыщик, который... непременно есть. Я, знаете, недавно у одного блогера, блогерки, наверное, или как сейчас правильно говорить, уж прям не знаешь, чтобы никого не обидеть, значит, увидела такое, она выложила, что у нее спрашивают: как же у вас там прыщи? У вас же такая там, типа, была идеальная кожа. Она говорит: ребят, ну вы как бы не забывайте, да, что за всеми фильтрами, к которым мы уже привыкли, но стоят обычные люди. К вопросу, да, о том, что мы немножечко в какой-то момент заигрались этими фильтрами и забыли про то, что... И прыщи, ну, это нормально вообще, прыщи по всему телу могут быть. Это вообще окей. Хуже, когда вообще нет прыщей. Там вообще гормоны, они как там вообще, живые, нет? Вот. А если прыщики есть, ну, значит, там жизнь-то, да, теплится еще, как говорится. Еще, кстати, обратите внимание, в самом конце каталога вот такой весенний набор с прекрасно вкусно пахнущей, абсолютно аппетитной, максимально аппетитной масочкой. Вот таким вот мылом и со смягчалкой, и с маслом маракуйи. Оно идет по какой-то очень-очень акционной цене. Вот это тоже такой джентльменский набор, набор леди, который должен быть абсолютно, я считаю, что в каждом заказе, потому что это очень практичные вещи. Ну, зачем нужно мыло, я вам рассказывать не буду, это вы как-то и без меня, я думаю, знаете. Вот, а возвращаясь к улучшайзерам, в моем заказе, значит, их еще несколько. Значит, у меня из серии On Color вот такой вот лак для ногтей, очень красивый оттенок, кстати, Soft Pink 389-83. Еще в моем заказе вот такие вот помады из серии On Color, они сейчас тоже идут по акции. Какие конкретно акции? Здесь акций очень много, давайте про каждую не буду рассказывать, да, соответственно, самостоятельная проработка. Значит, чем мне нравятся эти матовые помады, они действительно долго держатся и хорошо, и они, как этот, когда подсыхают на губах, да, вот нет такого, что они впились и больше ничем их не смыть. То есть они как прекрасно наносятся комфортно, так же прекрасно и смываются, но при этом, да, они не сушат губы, прекрасно еще пигментированы эти помады. Значит, у меня здесь 409-59, это мой любимый оттенок темно-розовый, и в тюбике он не такой привлекательный, но на губах, на мой взгляд, он очень-очень красивый. И еще один 409-58 коралл. Вот коралл. Опять-таки, тюбик, он вот не очень говорящий, надо смотреть на губах. И я думаю, что эта помада, она тоже должна быть в абсолютно каждой косметичке. Даже не потому, что на нее сейчас бросается цена, а просто потому, что она необычна своим форматом, да, вот здесь вроде бы тюбик, а внутри валик. И вроде как и помада, и вроде как тебе, вот тебе и блеск, и вот тебе и матовый финиш. И вот тебе и хорошая, значит, пигментированная такая вот основа. Не знаю, мне очень нравится. Спасибо компании за то, что придумывает какие-то дополнительные акции с этими помадами. Еще из улучшайзеров у меня два вот таких вот стика из серии The One. Я думаю, что у меня будут еще. И знаете, с этими стиками получилась забавная ситуация. Один румян, другой хайлайтер. Когда девчонки мне пишут: закажи вот этот стик, закажи вот этот стик. Я говорю: а чего все эти стики заказывать? У меня просто еще руки до него не дошли. И говорит: да блин, да он офигительный. Я говорю: да ладно. И забавно, что в какой-то момент я со своими девчонками меняюсь местами, и я у них спрашиваю: а что еще посоветуешь? А вот как бы, да, действительно такие классные. Почему такая ситуация складывается? Невозможно все перепробовать. В Oriflame огромнейший ассортимент. И очень здорово, да, когда вот так вот перекрестное опыление. Тут кто-то что-то попробовал, тут кто-то что-то попробовал, и мы друг другу что-то можем посоветовать. Но опять-таки все индивидуально, да. Надо пробовать и составлять собственное мнение. Еще у меня в заказе вот такая пудра из серии The One. Делается она в Италии, кстати. Ну,
может, кому-то это очень важно. Компактная пудра, я тоже считаю, что должна быть абсолютно у каждой барышни-крестьянки. А еще у меня много вот таких вот помадок из серии «Энергоблеск в прошлом». Вообще, очень красивое оформление, конечно. Каждый раз, когда я беру обновленный дуван, я смотрю вот это вот, да, вы посмотрите на эти серебряные буквы, на эти матовые коробочки. Потрясающе. Значит, все это оттенок 59, который свежий клевер. На мой взгляд, это одна из визитных карточек Oriflame, как и румяна в шариках, как и что? Как и молоко и мед, я думаю, да? Про эту серию вы знаете, давайте я не буду показывать каждую помаду, потому что ни одного оттенка. И дальше расскажу про тональную основу, которая у меня закончилась, но я не про нее буду рассказывать, да, у меня закончилась серия Giordani, но я заказала новинку из серии The One. Значит, что здесь любопытно? Любопытно, что сюда входит ледниковая вода и поскольку в ледниковую воду входят минералы, которые очень полезны для нашей кожи, эта тональная основа, она заявлена как дающая дополнительное свечение. Я ее вчера опробовала, конечно же, и она действительно дает дополнительное свечение. Не блеск жирный, а именно свечение. Это очень интересная такая история, хотя по текстуре, да, рефлектив, Glow. Она, я бы не сказала, что она прям такая супер легкая, допустим, как Аквабуст из Илюскин, да? Нет. Хотя у нее достаточно легкое покрытие, но когда наносишь, вот эта минеральность, она, честно говоря, чувствуется. Но она хорошо тушуется. Давайте я вам покажу, как она тушуется. У меня, значит, она в оттенке брюки превращается. 46-330. И вот так вот она выглядит. Я думаю, что видно. Она очень хорошо тушуется, но видите, при нанесении она такая достаточно плотненькая. Плотненькая, но при этом она не забивает поры, она достаточно комфортная в носке, она практически не пахнет. И вот, собственно, как она маскирует, да? Ну, тут вот прям видно, что синева прозрачная. И здесь вот такое вот какое-то даже вот свечение появилось. Вот так работает эта новая тональная основа. Вместо тысячи слов, да, один раз лучше увидеть. Но ни одна тональная основа не будет работать идеально на неидеальной коже. Поэтому, да, улучшайзер — это все хорошо. Но давайте мы с вами не будем забывать о том, что пункт номер ноль – это wellness. Обязательно. Витамины заказываем. Женские или мужские, комплексом или как хотите, хотите отдельно, но обязательно добавляйте витамины в свой рацион, потому что это важно. Сейчас без них уже очень-очень сложно. И когда говорят, ой, да ладно, там подумаешь, все это можно вот через еду. Если вам питание составляет, конечно, там нутрициолог со стажем, который, значит, по совместительству еще эндокринолог и человек, который, значит, умеет, моет, то как бы окей. Но обычно это не так. Поэтому шведы, они, знаете, такие в этом смысле продуманные. Они уже все придумали за нас. Поэтому для того, чтобы вам не кусочничать, не покупать что-то в аптеках одно, другое, докупать вот это, а вот это вот с этим, а вот это вот с этим. Вам не надо ломать голову, потому что все уже придумано. Придумано в wellness пэке, придумано в Velosophy, да, если мы говорим о супах, это мой очередной шаг по подписочке. И придумано в коктейлях, если мы говорим о коктейле, вот шоколадный закончился, по подписке беру ванильный. Кстати, у них, видите, коробочки даже немножечко новые отличаются. Новый только-только вот ванильный коктейльчик я заказала, а так-то у меня еще старые запасы есть. По сути, да, содержимое одно и то же, меняется оформление, ну и серия перезапустилась, все-таки это Velosophy. Не wellness там какой-нибудь. Шучу. Смотрите, сейчас еще до конца этого каталога, до 11 мая, действует спецпредложение на Velosophy, да, и третий продукт 1-1 равно 3. Третий продукт идет бесплатно. Поэтому добавляйте омега-3, потому что омега-3 много быть не может по определению. Мы все по омега-3 дефицитные. Есть смысл, потому что вы платите за вот эти две коробочки, а вот это за 1 рубль добавляется вам в корзину. Добавляйте омега-3, если хотите, в жизни. В жидком виде, да, в
вот такая детская, соответственно, тоже, когда берешь две, третья бесплатно. Хотя, да, я-то думала, что не будет лояльности, но реально подписку на детский wellness сняли. А по сути сейчас это и есть такая подписка, но экспресс-вариантом. Поэтому омега всему голова. Для красивой кожи, кстати, в том числе. Ну, на самом-то деле действие омеги, оно глубже на клеточном уровне. Но это же сложно замерить, да? Ну вот где, какой аппарат нам замерит скорость нашего соображения? Нет, это мы сами можем так каким-то экспертным путем, типа, ой, сегодня что-то только соображаем. А вот когда на коже ты видишь результат, да, когда ты в энергии видишь результат, это совсем другое. Ну и когда ты в потере, например, лишнего веса видишь результат. Мне, например, вот часто в последнее время говорят о том, что, ой, видно, что ты, значит, схуднула. Я думаю, ну не знаю, ну по лицу, наверное, видно. На самом деле, конечно, схуднула. И это в том числе заслуга, ну, вообще-то моя, конечно, дисциплина, там все дела, подвижность, про это не забываем. Но это еще и философия, потому что, как я уже говорила, я не тот человек, который может, значит, по рекомендации Майи Плисецкой просто зашить себе рот и не жрать. Невозможно. Я эту миссию бы провалила просто в первый день. Поэтому wellness – это то, что помогает и жрать, и терять лишние объемы. Лишние объемы. Зачем нам с вами лишние объемы? Я вот считаю, что, знаете, их еще обслуживать, вот это мыть, вот эту одежду новую покупать на 3 размера больше, да ну его. Ну, то есть в весе можно сохраняться, да, у меня потеря в весе на самом деле не очень большая, всего 6 килограмм. Но в объемах, ребята, это ощущение непередаваемое, потому что когда ты помещаешься в одежду, которую носил там 100 лет назад, это... Я думаю, что девочки вот меня поймут. Мальчишка, может быть, это не так принципиально. Типа, а то че, есть чистые носки, ладно. А вот, хотя, ну, вот я примитивный. В общем, я делаю мужчин примитивными, а это тоже, наверное, неправильно, да? Все-таки мужчины тоже люди. В общем, мужчины, как и женщины, бывают разными. И мы с вами же сообщество людей, которые хотят и чувствовать себя хорошо, и выглядеть хорошо. И жить хорошо, что уж там. Значит, что еще в моем заказе? Из серии Novage Plus. Две на солнцезащитные такие баночки. SPF 50. И я очень советую абсолютно всем. Неважно, есть у вас гиперпигментация или нет. Ну, то есть, если нет, значит, скорее всего, будет такое дело. Я не каркаю, если что, но от солнца защищаться нужно. Ребят, это не я придумала. Если в детстве это были панамки и газетки, значит... наклеенные на нос, то теперь, конечно же, в 2024 году что-то можно прожить по-иному. А еще, кстати, из серии Optimals крем с SPF 50 тоже идет по акции, но я знаю, что он быстро достаточно закончился. Ну вот, что я успела, то и отхватила с водорослями. Отличный тоже крем, работает как зонтичек от солнца. Здесь просто больше увлажняющих компонентов, да, здесь еще витамин Е. Этот крем более бюджетный вариант, но и здесь SPF 50. Смотрите по, ну, своим финансам, ну и по наличию, естественно, на складе. Еще в моем заказе Novage Plus сыворотки 2 и вот такие вот, вот таких два средства. Это капсулы, да, в золотой баночке, о них тоже вам рассказывала в предыдущих распаковках. И вот такой вот ночной крем. Что меня сподвигло на заказ ночного крема, именно насыщенного? А у меня закончился вот такой вот из серии Optimals, и я поняла, что мне его недостаточно. Хотя у меня ярко выраженные поры, у меня, как оказалось, жирная кожа, но мне его абсолютно было недостаточно. То есть, когда я его наносила на ночь, кожа вот так... съела, и все, на утро просыпаешься, нет, кожа не сухая, но такое впечатление, что вот недостаточно, хочется еще добавочки. И я заказала, значит, ночной крем из серии Novage, который насыщенный, здесь масло ши, здесь пчелиный воск, здесь овес, все это направлено на регенерацию, на восстановление, на улучшение тона, на насыщение. Вот моя задача сейчас, я поняла, что я хочу насыщаться. Хотя, казалось бы, да, весна и лето — это такие времена, когда хочется всего более легкого, да, кто-то даже там не пользуется тональными основами, не пользуется пудрами, но здесь, смотрите, опирайтесь не на весна, лето, осень, зима, а
Снова весна, как у Кинкидук. А опирайтесь на свои ощущения, что кожа вам говорит, что организм-то требует. Вот это вот тоже, понимаете, очень важно. И еще, кстати, говоря, да, в дополнительном уходе, конечно, добавляйте капсулы. Капсулы, они тоже ежегодичные, да, здесь микс из 6 масел, но не будет ощущения липкости, жирности, утяжеленности. И, конечно же, добавляйте сыворотки, потому что сыворотки – это наши активы, которые помогают решать ту или иную задачу на таком более глубоком уровне. Значит, что объединяет эти две сыворотки? У меня их в заказе две. Одна для проблемной кожи, вторая для осветления, да, для решения проблем с пигментацией. Значит, давайте по порядку. Что касаемо сыворотки против проблемной, для борьбы с проблемами кожи. Значит, чем она хороша? Во-первых, здесь технология Орипептид 3, как, собственно, и здесь, да? Она хороша тем, что она, собственно, коллаген, как говорится, немножечко толкает в спину, да, и говорит, давай-ка, дружочек, поработаем. Вот здесь поработаем. Кстати, про коллаген, да, возвращаюсь, немножечко отсылочка. Это тоже белок, да, для чего нужны супы, для чего нужны коктейли. Это белок. Всегда говорила и буду говорить. Добавляйте белок, точно, не прогадаете, давайте так. Что касаемо Орипептида. Значит, смотрите, вот эта технология Орипептид, которая, да, со своим коллагеном помогает, значит, она работает более эффективно и более бережно, чем витамин С. Первыми. Дальше поехали. Еще одна технология, Sebum Control, да, которая находится вот в этой сыворотке, она помогает уменьшить и предотвратить акне. Кому знакомо, сами понимаете, это очень-очень важно. И самое главное, да, что мне нравится, что компоненты здесь, такие, например, как янтарная кислота, они помогают не просто очистить глубоко поры, не просто предотвратить появление новых воспалений, но еще и увлажнить, очень хорошо увлажнить кожу, потому что очень часто средства, которые помогают в борьбе с образованиями, да, какими-то прыщами, там, воспалением и так далее, они, как правило, пересушивают. И вот чем мне нравится Oriflame, что продумано все до мелочей, да, мы почистим твою кожу бережно, глубоко, но при этом не пересушим. Просто, я считаю, что фантастика. Наносим под дневной крем, либо под ночной, утяжеления никакого не будет, но при этом будет чистая кожа. Я пока еще не пробовала, вот как раз-таки хочу, как говорится, замерить результат. Поэтому очень вам советую, потому что это и увлажнение, это и подтянутость, да, уменьшается выраженность морщин, но это, конечно же, уменьшение воспалений. А без воспалений, как мы выяснили, никак. И вторая сыворотка, это сыворотка из серии Bright Intense, которая помогает бороться, собственно, с пигментацией, да, с выработкой меланина там, где, может быть, нам уже так столько-то и не надо, но вот кожа начинает. Опять-таки, смотрите, сюда в состав входит ниацинамид, орипептид, да, сюда входит бетаин, сюда входит сквалан. Это природные соединения, которые очень похожи по составу нашей кожи, которые помогают и увлажнить хорошенечко кожу, и при этом успокоить, снять вот это дополнительное раздражение, да? Почему? Потому что там, где кожа раздражается, обратите внимание, что пигментация, если она, пятнышками, она же не полностью у тебя покрыла, она все-таки локализуется где-то там, как правило, там, где были какие-то воспаления, были какие-то, кисточки, прыщики, еще что-то, какие-то ранки, шрамики, и вот там особенно вот эта вот пигментация, она прям начинает активно, да, поэтому для того, чтобы кожу успокоить, собственно, и этот состав, он придуман вот таким образом, да, чтобы и успокоить, и увлажнить, и при этом немножечко приостановить вот эту вот выработку меланина для того, чтобы придать коже сияние, для того, чтобы равномерный тон вообще-то у кожи появился. Ну и как бонус, конечно же, сокращение морщин, потому что успокоенная, увлажненная, да, что в этом случае кожа, это всегда, такое штиль на море. Штиль на море, штиль на лице, и чтобы не было качки. У меня на этом все. Хотела коротенько, но...
Ну и прощаюсь с вами буквально ненадолго. Через пару недель встретимся в новом выпуске, уже после майских праздников. В новом каталоге нас тоже ждут всякие интересные штучки. Поэтому всем мир, труд, май, шашлык, картошка, что там нужно подчеркнуть. Всем до скорых встреч, пока!